Рубиновый микрофон. В Тюмени прошел гала-концерт конкурса ветеранских организаций. В течение 3 дней состязались 26 коллективов. Гран-при у клуба «Золотой возраст» Дома культуры «Водник». В своем выступлении ветераны-победители показали зрителям несколько важных вех нашей страны от революции 17 года до освоения нефтегазовых месторождений. Я, знаете как, иногда в шутку говорю, когда поют ветераны, спокойно внуки спят, перефразируя известную популярную песню. Хорошо, они продляют себе жизнь, они продляют жизнь этим самым нашим зрителям, слушателям. Фестиваль творчества ветеранских клубов в Тюмени проводится уже 20 лет, и, по мнению жюри, выступления конкурсантов становятся более креативными.